Асфальт является самым популярным методом, который применяется для покрытия дорог и тротуаров. Правильно уложенное дорожное покрытие при соблюдении технологии укладки по ГОСТу является стойким к воздействию неблагоприятных климатических условий и характеризуется долгим сроком службы. Сейчас ведутся работы по укладке нижних и верхних слоев асфальтобетонного покрытия. Нижний слой асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см, марка асфальтобетона А16НТ. Также укладывается верхний слой асфальтобетонного покрытия, толщина слоя 5 см, марка асфальтобетона А16ВН. Общий участок ремонтируемой дороги Вишкаема-Беклемишево 6 километров. Закончить обещают к концу сентября. За укладкой асфальта тщательно следят представители общественного контроля. Это неравнодушные граждане, которые прошли специальное обучение и могут оценить качество дороги. Начиная с 2014 года мы осуществляем общественный контроль всех народных проектов и национальных проектов, проводимых на территории нашего вот непосредственно Вишкаемского района. Осуществляем контроль, как бы смотрим за ремонтом, какие неправильные палатки, носим рекомендательный характер, подрядчики меняют, исправляют ошибки. И я хочу сказать, что мы работаем на основании обращений нашего населения. Обучение включает в себя курс семинаров, лекций и практических выездов на дороге с профессионалами. Общественникам показывают, какие бывают подводные камни, на что стоит обратить внимание в первую очередь и как выглядит качественная работа. Палата справедливости и общественного контроля осуществляет контроль за ходом реализации ремонтных участков, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на всех этапах от начала до конца. Данная практика применяется в Ульяновской области уже несколько лет. В 2022 году дорожные работы проходили на 6000 объектах. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано около 17 тысяч километров дорог. Реализация нацпроекта продлится до 2030 года. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.